С начала игры показалось, что было небольшое преимущество хозяев. За счет чего случился перелом в игре, вот этот ничейный результат? Ну, мы долго входили в игру, потому что сказывается все-таки, что в 5 утра встали, поели, пока летели, сюда прилетели. Здесь все немножко 2 часа как бы ходили, маялись, сонные все. Понятно было, что будет тяжело, плюс жара 30 градусов. Ну и пока, видимо, разбегивались, пока, видимо, входили в игру, как бы соперник. И как бы случилось на первых минутах такое несчастье, что свои ворота срезали гол. Но это вот ребята не встали, а я хочу им сказать, что они вообще молодцы сегодня. Они проявили характер, потому что все-таки тяжело играть в таких условиях, что летели и плюс столько ждали игру, плюс жара. Молодцы, характер проявили, переломили ход игры. И я считаю, что второй тайм полностью владели и инициативой, и не позволили сопернику создать какие-то опасные моменты. Сегодня отсутствовал ряд игроков 97-го года рождения, которые остались дома на Кубке РФС. Как сказалось это на игре? Ну, мы те две игры играли, как бы у нас был другой состав немножко. У нас были ребята 97-го года. Сегодня полностью 8 человек мы оставили в Перми, потому что сегодня начинается турнир. И немножко играли теми людьми, которые даже некоторые заявки не были. Сегодня это Миша Рожков первый раз вышел сразу в основе. И я скажу, что сыграл сегодня это вот неплохо, не потерялся. Игорь Мурашов вышел на заменку. И, ну, это те люди, которые не были даже заявки. Поэтому молодцы, что вышли, что не потерялись. Сегодня команда потеряла первые очки. Ничья все-таки в плюс или в минус? Ну, если все-таки смотреть по сегодняшней игре, я считаю, что мы потеряли 2 очка, что у нас сегодня страдала реализация моментов. У Вовы Камиша был это хороший момент, даже 100%, но он попал во вратаря прямо с метра. Поэтому 2 раза пробили в руки вратарю головой. Так создавали опасности. Но я считаю, что все-таки мы потеряли 2 очка.